Малютка Илья Муромец понял себя не сразу. Бывало, кого тронет, тот сходу и навалит. И вот они собрались, кто без нос, кто без глазу, свели его в милицию, а он и говорит: я Муромец Илья, недавно из пеленок, не трогайте меня. Я маленький ребеночек, не трогайте меня. Милиция заплакала, малютку отпустили. И он тогда на радостях милицию обнял. И тут же всю милицию в больницу уложили. Ах, бедная малюточка, опять не рассчитал я. Муромец Илья, недавно из пеленок, не мучьте меня. Я маленький ребенок, я маленький ребеночек, не мучите меня. Ах, бедная малюточка, и силушка не шуточка. И что с ним делать? Думали, 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 и вот. Малютка Илья Муромец у нас теперь Тимуровец, старушек переносит через переход. Я Муромец Илья, недавно из пеленок, не мучьте меня. Я маленький ребенок, я маленький ребеночек, не мучьте меня.